Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Влітку дівчата не хочуть наносити на себе багато макіяжу, хочуть, щоб кожа дихала, але при цьому все ж таки бажають виглядати неперевершеними. Як це поєднати і як наносити правильно макіяж, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашою експерткою. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» професійна візажистка Олена Савченко. Пані Олена, вітаю вас у нашому прес-центрі. Будь ласка, надаю вам слово, розкажіть про літній макіяж, який він має бути, як не зашкодити своєму обличчю і при цьому надати йому свіжого вигляду. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, как правильно наносить на кожу летом макияж и как ее подготовить к этому, какие есть тренды и как это все применять в реальной жизни, не только на подиуме, например. Во всех макияжах, как мы об этом говорили ранее с вами, очень важна подготовка кожи. Из-за того, что летом кожа может агрессивнее реагировать на какие-то внешние факторы, потому что солнце светит, тональник смешивается с порами, он начинает какие-то покраснения, возможно, либо же какие-то даже высыпания, а не просто аллергические реакции, то нужно очень аккуратно это все наносить, тонким слоем желательно, и минимизировать, правда. Если никуда не нужно, лучше это все минимизировать. Также нам нужно помнить, что, в принципе, на протяжении всего года очень важно использовать SPF, но летом это становится именно необходимым. То есть это вот вы проснулись, умылись, нанесли SPF и ушли на работу или там по каким-то делам, потому что кожа именно требует этого. Сейчас девушки очень активно борются с пигментацией. Пигментация возникает, когда на кожу попадают прямые лучи, и это не веснушки, а это именно цветные пятна на лице, которые появляются и крайне сложно выводятся. Есть косметологические или уже больше какие-то такие медицинские, скажем так, техники, это убирать это все, как там лазерная шлифовка, всякие агрессивные пилинги, это не есть хорошо для кожи, поэтому, чтобы этого всего просто не было, нужно это предотвратить. Намного проще так сделать. Особое внимание летом нужно уделять девушкам, у которых бледная кожа, такой вот арийский тип внешности, когда светлые глаза, светлая кожа. В принципе, даже смуглым девушкам, как вы, это тоже нужно, но вам не так страшно. В вашей коже намного больше пигмента меланина, уже он заложен, и поэтому она не так воспринимает солнце, как, например, девочки с фарфоровой кожей. То есть они сразу сгорают. Как подобрать правильно себе SPF? Это, мне кажется, очень важная часть и в макияже, и в уходе, и это нужно уделить прям отдельный какой-то там двухминутный, мне кажется, рассказ сегодня, потому что SPF — это защита от солнца, и вот пишется аббревиатура SPF, и после этого пишется обычно какое-то число. Это может быть 10, 15, 20, 30 и от 50, есть даже 100. Что это значит? Это значит то количество времени, которое вы можете находиться на солнце. В формате. Например, на солнце человек может находиться без вреда для себя 10 минут, до 10 минут, то есть с чистой кожей, чтобы это не было во вред, до 10 минут. Каждая кожа реагирует по-разному, но примерно это такой диапазон, и вы берете свой личный диапазон, обратите внимание, насколько вы краснеете на солнце, через какой период времени, и умножаете на тот SPF, который у вас есть. Например, с SPF 10 на коже человек может находиться до часу. Еще очень важный факт, который, наверное, мало кто знает, даже те, кто пользуется SPF, нельзя нанести его один раз в день. То есть он действует максимум 3 часа. Если вы идете на пляж и вы нанесли утром, то через 3 часа вам нужно нанести повторно, потому что эффекта будет ровно 0. То есть он не будет вас защищать и дальше. Вот, поэтому летом в нашем мире производители косметики упростили жизнь. SPF есть не только как отдельное средство на пляж, а также это теперь составляющая любых дневных кремов или наоборот, вот уже, если мы говорим о макияже, тональных, каких-то легких BB-кремов или есть отдельная категория флюидов, которые являются просто уходовыми дневными. Но в них есть SPF, который защищает и плюс тонирует кожу. То есть это получается, вы просто увлажняете кожу, придаете ей оттенок, еще и защищаете. Это очень распространено и очень удобно летом, особенно если у девочек нет проблем с кожей, то это, мне кажется, спасение. Вот. Поэтому первый этап, в принципе, летнего макияжа — это мы очищаем стандартно кожу, мы ее увлажняем и наносим обязательно либо отдельный SPF, либо мы используем какое-то средство тональное, содержащее. Вот. Летом стоит отказаться от каких-то плотных тонов. Скорее всего, нужно предпочитать BB или CC крема.
То есть это как раз-таки увлажняющий дневной крем, который имеет тонирующие властивости, тонирующие свойства. Вот. После этого мы кожу припудриваем, но стараемся делать это минимально, потому что в любом случае блеск появится, и блеск появляется даже если у вас сухая кожа, даже если у вас комбинированная, жирная или нормальная, блеск появляется, это только потому, что с солнцем взаимодействуют компоненты тонального, и просто он начинает немножко нагреваться. То есть это вот всякие химические реакции происходят вне зависимости от вашего типа кожи. Поэтому мы немножко припудриваемся, но чем сильнее вы припудритесь, это не значит, что у вас не будет блестеть кожа. Это нормально. Чтобы не было чрезмерного блеска, летом стоит немножечко контролировать и регулировать хайлайтеры и все светоотражающие какие-то текстуры, потому что у вас блеск будет априори. То есть у вас в любом случае будет сияние на носике, на щечках, и поэтому в любом случае будет подсвеченная кожа. То есть делать агрессивный хайлайтер не обязательно в любом случае дневное время. Одним из трендов, в принципе, 2021 года, и активно это очень распространяется на лето, это румяна. Это румяна, которые наносятся на скуловую зону, наносятся на яблочки щек, которые наносятся на веки, на подбородок, в принципе, чуть ли не на все лицо. Это очень красиво, это очень свежо, и летом не всегда хочется делать себе такой агрессивный контуринг, там, скулы, хайлайтеры и так далее, можно просто использовать какие-то светоотражающие румяна. А летом также можно прибегать к тому, что вы можете, скажем так, все недочеты с погодой использовать, скажем так, себе в пользу. Модные дома по типу Marc Jacobs, Balenciaga и Dior в коллекции лета 2021-2022 сделали коллекцию в формате поплывшие тени для глаз, поплывшие смоки, то есть все, что немного отличается от привычного представления идеальных четких геометрий на лице, там даже те же стрелки. Если это немного размазано, сейчас это считается модным, поэтому можно смело немножко там даже размазать самостоятельно, если оно потечет к вечеру, это будет просто вечерний элемент макияжа глаз. Вот. Что касаемо макияжа губ. Макияж губ сейчас либо какой-то нюд, который не выходит из моды, красная помада, блески. И вот есть такая отдельная тенденция, которая в последнее время очень запала всем визажистам и всем каким-то подиумным дизайнерам в том плане, что делается нюдовая основа, либо без основы, блеск, и внутренняя часть губ, вот это, такой а-ля эффект зацелованных губ, когда красный цвет помады остается только внутри. И это очень красиво выглядит, немного интереснее, чем красные, выглядит эффектнее, чем просто нюд, и смотрится в целом просто интересно. То есть это можно делать и утром, и вечером, и днем с любым цветотипом, например. Так. Я пропоную, щоб ми більш наглядно зрозуміли, які ж тенденції будуть у макіяжі цього літку, літа 2021, переглянути матеріали, які ви підготували, а ви їх прокоментуєте, розкажете, чому це актуально і, можливо, як це зробити. Давайте посмотрим. Это классический вариант, когда подсвечена кожа, румяна, стрелка. Это может быть как вариант дневного макияжа, так и вечернего. То есть, как мы видим, вот один из трендов здесь румяна находится по всему лицу, в принципе. И, что немаловажно, просто зачесаны вверх брови без каких-либо четких линий. Можем следующую смотреть. Это, в принципе, то же самое, что было до, но меняется акцент лишь в том, что здесь яркие губы, то есть яркий цвет губ, и уже можно отнести это к более вечернему образу. Следующий кадр. Один из самых модных макияжей этим летом. Румяна находятся на лбу, на губах. Скорее всего, это все кремовые румяна, потому что мы видим, что это все в одном персиковом оттенке. И есть такие вот кремовые румяна, как тинт, которые можно нанести и на глаза, и на щечки, и на носик, и на губы. И такая очень блестящая, сияющая кожа очень-очень свежо смотрится. Также один из вариантов, который мы видели до. Они все схожи, но вот здесь, например, добавлено прокрашенное межресничное пространство и легкий шиммер на глазах, и уже смотрится более по-вечернему. Вариант, который можно использовать на каждый день, все то, что было до, но, например, очень легкая стрелочка, и сразу взгляд становится более выразительным, и также пушистые небрежные брови. Съемочный вариант, когда сделаны красивые
красиво скулы, контуринг. Карандаш, если присмотреться, карандаш есть по контуру губ, но нет внутри. И внутри немного розового, создается такой эффект, как будто вот реально зацелованные губы немножко стерты. Очень красиво, и глазки вытянуты в стиле кошечки. Очень красиво на съемках, но это больше все-таки вечерний вариант, потому что видно, что много достаточно средств находится на коже. И вот один из трендов начинается. Это тренд на стрелки. Но мы уходим от привычных черных или коричневых, и начинается тренд на цветные стрелки. Вот здесь конкретно белые. Очень интересно смотрится, супер акцентно и несложно в использовании. Под разных девочек можно использовать разные цвета. Например, белый, вот, синие. Вот это просто монотени, это а-ля такой вариант смоки, но мы видим здесь только один оттенок, который просто переходит от темного к более светлому, к более яркому. Кажется, очень все просто, но при этом просто акцентно, потому что такой лиловый оттенок красиво перекликается с цветотипом девушки, с ее кожей, с губами, и смотрится просто ярко и очень по-летнему. Такие же вот варианты можно использовать и для девочек не только со светлой внешностью, но и, например, вот девушка немножко с азиатской внешностью смотрится красиво оранжевой. Одним из трендовых цветов этого лета является зеленый. И также его можно использовать не только в одежде, в аксессуарах, но и очень круто смотрится в макияже. Второй после зеленого в этом году оранжевый, и мы видели уже до этого оранжевый, тоже можно использовать очень красиво для всех девушек, особенно красиво оранжевый смотрится с карими глазами. Вариант более вечернего тоже макияжа, опять видно, что контур губ, внутри нет оттенка карандаша, то есть такие зацелованные немного губы, коричневый и голубой, одно из самых красивых сочетаний в макияже. Ну и несменная классика, чистая кожа, минимальное количество косметики, просто сияние, и на фото даже не скажешь, сколько лет девушке, 15, 25 или может быть даже 30. Просто свежо. Дякую, ми так дійсно зробили невеличкий екскурс і зрозуміли, як це має виглядати. На вашу думку, взагалі, наскільки сьогодні дівчата роблять доречний макіяж, тому що ми бачимо і фотографії, і дивимося на вас. Ну, таке уявлення, що візажист має бути завжди з яскравими очима і червоними губами, він зараз стирається, і ви сидите, і нібито дійсно на вас немає взагалі косметики, але при цьому виглядаєте доволі свіжо та красиво. Як взагалі дівчата Дніпра сьогодні роблять свій макіяж, чи звертаєте ви на це увагу? Які помилки вони допускають? Да, часто говорят о том, что визажист – это по факту портфолио своих работ, и ты должен ходить с яркими глазами, с яркими стрелками, и в целом, скажем так, показывать, что ты умеешь красить. Но в силу того, что я работаю, у меня нет настроения и желания себя делать супер яркой каждый день, и поэтому я показываю то, что так можно ходить, так нужно ходить, так очень просто ходить. Касательно девушек Днепра, в принципе, девушки в Украине, большая ошибка, что не разграничивают понятия зимнего макияжа, летнего, весеннего, осеннего, и очень часто можно заметить девочку с оранжевым скульптором зимой, летом, весной и осенью, на загорелую кожу, на незагорелую, как-то это все выглядит, будто бы они научились краситься одним образом лет в 15, и вот им уже 25, они все еще не меняют ни тенденций, грубо говоря, ни продуктов, ни техники, не как-то совершенствуются, а просто делают одно и то же. Сейчас просто очень много существует платформ, на которых очень доступно находится информация, как сделать любой макияж, начиная от самого сложного, заканчивая легким тонированием. В наше время просто очень легко научиться краситься, научиться ухаживать за собой, потому что тебе нужно научиться красить одно лицо, одни губы, одни глаза, один нос. И очень часто, я думаю, можно заметить, что девочки, которым по 15, намного круче, правильней и аккуратнее выглядят, чем девушки, которым 25. Потому что просто в свое время они этим не занимались, они не изучали, сейчас они уже тоже это не делают. А вот как раз-таки современная молодежь, они продвинуты, они считают, что нужно уметь все, нужно выглядеть всегда потрясающе. На самом деле это правда.
Нужно просто правильно подбирать какие-то оттенки, правильно подбирать косметику и все остальное конкретно под себя. Но есть одно очень важное правило в макияже, я думаю, наверное, в принципе во всем. Лучше сделать немного меньше, но аккуратно, чем сделать ярко, но некрасиво. То есть лучше пусть у вас будет легкие румяна, но не будет скул, не будет еще чего-то. Чем будут скулы, это будет некрасиво, вы не умеете это делать. Либо идите учитесь, либо не делайте, и вам будет так комфортнее. Будете выглядеть намного в хорошем смысле дороже. Что такое дорогой макияж? Дорогой макияж и дорогой внешний вид у девушки — это когда она выглядит просто ухоженно. Это не стрелки, это не глаза, это не укладки. Это просто здоровые волосы, здоровая кожа, ухоженный внешний вид, свежесть, и все это должно быть еще перекликаться с внешностью. То есть на самом деле очень легко это все сделать в современном мире с социальными сетями, на платформах YouTube, Instagram, без проблем совершенно. Дякую вам за відповідь. Давайте так будемо вже підсумовувати нашу прес-конференцію. Хочу, щоб ви ще раз виділили топ-3 або топ-5 якихось елементів у макіяжі, які будуть актуальні влітку, і, можливо, навіть не тільки влітку, а й у подальшому році. Так, ну, ми повернемося к тому, що первое, на первом месте это у нас румяна на все лицо, на любые зоны, румяна в таких оттенках, которые подходят именно вам, чаще всего в таких вот персиково-розовых. Самые нейтральные. Цветом этого лета это будет зеленый, это будет оранжевый и такой фуксия. Это все можно использовать на глаза, это все можно использовать в каких-то стрелочках, смоки и так далее. В моде свежесть, в моде веснушки, которые можно рисовать эти веснушки самостоятельно каким-то карандашом для бровей, просто точечно, потом растушевывать, это тоже один из трендов. Один из трендов — это сияющая кожа, один из трендов — это здоровая кожа, красивая, которая без лишних там каких-то пятен, морщинок, просто чтобы это все выглядело в целом ухоженно. Также, чтобы это все перекликалось как-то с волосами, в том плане, что за волосами тоже нужно следить, ухаживать, и чтобы это просто выглядело адекватно, а не чересчур, возможно, тяжело. Потому что летом, в принципе, это правда, что у нас становится меньше одежды, нам хочется носить меньше вещей, чтобы это все выглядело светлее, свежее или ярче. И также нам хочется это все проектировать на макияж. Меньше макияжа, макияж свежее, возможно, ярче просто какие-то элементы. Вот, поэтому просто нужно, наверное, следить за всем этим, следить за тенденциями современными, не отступать от них, но при этом не забывать о том, что идет конкретно вам. Если вам не идет оранжевый, вот вы с ним смотритесь какой-то блеклый, не используйте оранжевый. Модные цвета не значит, что их необходимо использовать. Это просто как рекомендации к современным тенденциям. В целом, наверное, это все. Что можно предложить девушкам этим летом? Будь собой. Дякую вам за відповідь. І якщо ж ми вже торкнулися теми самостійно навчитися фарбуватися, що б ви, яка, можливо, ваша особиста рекомендація професіонала для аматорів, що б ви порадили, якщо дівчинка або жінка тільки вирішила почати, скажімо так, знайомитися з світом макіяжу і для себе самостійно навчатися фарбувати себе? Я бы, наверное, порекомендовала в первую очередь не скупать всю косметику, которая есть в магазинах, потому что это просто трата денег, вы не будете знать, что вам нужно, вы просто, вам что-то понравится, вы это просто возьмете, увидите в рекомендации каких-то блогеров или там подружек, но это не нужно делать. Если есть возможность, лучше пойти к какому-то профессионалу, который вам преподает какие-то курсы, возможно, одно занятие или целым курсом, и вы сможете получить адекватные знания касательно конкретно себя, и потом это применить уже на практике. Также есть сейчас очень активно в силу карантина появилась такая, не появилась, а, скажем так, стала более активно развиваться такая тенденция, как онлайн какие-то курсы, онлайн-марафоны, в записях это все, там есть кураторы, без куратора. В общем, суть в том, что вы это все можете получить дистанционно, и не нужно будет ходить, если вы работаете, и посещать это все очно. Примерно так. Я бы, правда, обратилась к специалистам, если есть такая возможность. Если нет, есть просто какие-то образовательные площадки, где вы можете, приложив чуть более усилий, чуть больше времени, и уже сопоставить как-то с собой и самостоятельно это все выучить, как это было раньше. Потому что 5 лет назад не было такого, что вам кто-то рассказывал, как нужно краситься. Вас могли накрасить, и все. То есть вы сами должны были разбираться в этом всем. Поэтому главное иметь желание
и адекватно ко всему подходить, именно анализировать, что нужно, что не нужно, и не нужно переоценивать свои силы и сразу начинать делать смоки. Начните с чего-то более простого, более легкого, с чего-то более привычного для вас. И потом уже, если вы захотите, вы можете, скажем так, свои навыки совершенствовать, делать более тяжелые, красивые макияжи, если вам потребует это мероприятие или настроение. Що ж, дякую вам за відповідь і дякую за нашу прес-конференцію. Її час підійшов до кінця. Сподіваюсь, наші глядачки почули від вас цінну інформацію. Сьогодні ви говорили про те, як зробити актуальний, свіжий та красивий макіяж влітку 2021 року. Відповідала на всі наші запитання та давала поради професійна візажистка Олена Савченко. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!